Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English 5 класс автора Афанасьева. Unit 6, часть 6, step 3, шаг 3, exercise 5, упражнение 5. Make up as many sentences as you can. Составьте столько предложений, сколько сможете. У нас есть, видите, две части предложений, которые разделяются словом when, когда. И давайте переведем, прочитаем их. I was talking to my friend. Я говорил с моим другом. They were playing football. Они играли в футбол. Jeff was reading a new magazine. Джефф читал новый журнал. Sue was having a cup of tea. Сью пила чашку чая. We were walking our dog. Мы выгуливали нашу собаку. You were having lunch. Ты или вы, да, имели ланч. The children were enjoying the game. Дети наслаждались игрой. Тогда стоит when, когда. It began raining. Начался дождь. The doorbell rang. Зазвонил звонок. The telephone rang. Зазвонил телефон. It became dark. Стало темно. The TV show started. Начался телевизионное шоу. Вот такие вот. Здесь может быть множество предложений. Я вам даю свой вариант. I was talking to my friend when the doorbell rang. Я разговаривал с моим другом, когда раздался звонок в дверь. They were playing football when it began raining. Они играли в футбол, когда начался дождь. Jeff was reading a new magazine when the TV show started. Джефф читал новый журнал, когда началось телешоу. Sue was having a cup of tea when the telephone rang. Сью пила чашку чая, когда зазвонил телефон. We were walking our dog when it became dark. Мы гуляли с нашей собакой, когда потемнело. You were having lunch when the telephone rang. Вы обедали, когда зазвонил телефон. The children will enjoy the game when it began raining. Дети наслаждались игрой, когда начался дождь. Здесь могут быть и ваши варианты. Подставляйте разные части, да, предложения, и получится множество вариантов. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.